Всем привет, ребята! С вами снова я, Бомж Каид, и также со мной сегодня мой друг Бомж Демастер. Всем приветики, ребята! И мы продолжаем приключение и выживание двух бомжей в этом тяжелом месте. Да. Так, что говорит, слушайте, я до остановки вас довести. А, он не стал до остановки нас вести, понимаешь? Ну все правильно, братанчик, нам нашего мусорного робота здесь и нужно высадить. Так да, что мы ты же не даже хотим, молодец. Тебя уволили, все правильно. Да, красавчик, мы даже, видишь, возмущаться не будем, спасибо большое. Вот, все, как договаривались, деньги мы уже скинули, так что, Костян, погнали. Да, приятно было иметь с вами дело, уважаемый водитель, надеюсь, еще с вами увидимся. Богданчик! Прыгивай! Эй, давай, давай аккуратней. Сюда. Да, тут, а тут сломаешь свои вот эти роботоноги. Так, может быть, тут смотри, высотки какие огромные, недавно с леса высадил, может быть, это, в лес пойдем реально? Богдан, погнали за нами сюда! Пока никто не увидел, что здесь такая бандура по городу ходит, еще полицию вызовут. Смотри, ничего себе, тут какая-то пещера. Ого, нифига, и бутылки. Это что за место такое, какие-то бутылочки тут раскиданы. А, я знаю, что это такое, здесь, наверное, подростки всякие, какие-нибудь другие челы еще сидят, знаешь, типа, ну, культурно отдыхают, так сказать. Походу, либо бомжи такие же, как мы. Да, ну, кстати, жаль то, что когда мы были бомжами, на это место не нашли. Вообще круто, если здесь высотки можно деньги клянчить. И я бы тут место. Жил, слушай, я прям даже расстроен, то, что я тут когда-то не жил. Да, блин, интересно, это где у нас вообще в городе высадил? Не помню этих домов, я в этом городе, кажется, в этом районе не был ни разу. А Богдан говорит то, что знает, где это мы. Да, Богдан, ты знаешь, где мы? Богдан, давай вылазь уже, может быть, тут, Костян, слушай, спрячем вот этого робота как раз-таки. Да, ну я бы, знаешь что, я бы еще бы немного, знаешь, ну как-нибудь этот подпрятал, что ли, вот. Замаскировал, понял. Замаскировал, Богдан, давай, вылазь. Конечно. Все, Богдан вылез, я смотрю, Богдан даже приоделся. Он, так, по-моему, не Богдан, так уже давай, помоги был. Немножечко завалить проход землей. И, наверное, да, лучше, да, только будет, самое главное нас... землей. Да, именно, и самое главное, землей. Чтобы что-нибудь из нас остался здесь охранять его в любом случае. Чего, ты хочешь Богдана здесь оставить? Богдан, ну смотри, посидишь тут. Может быть, Богдан с нами пойдет? Не, ну может с нами пойти, просто вдруг мы вернемся, а нет нашего этого робота, получается, зря мы его брали. А Богдан сможет защищать-то, если что, это место? Угу. Отполировать? Зачем его полировать? Да, мне кажется, он так даже лучше выглядит, когда не отполированный. Да, нам нужно, чтобы он был максимально страшным. Вот страшным, если ты можешь, да, его сделать страшнее, то тогда ладно. Если страшнее сделаешь, ну хотя, блин, ладно, что думаешь, с собой его берем или оставляем здесь? Богдана, ну ладно, пускай где-нибудь здесь в засаде сидит, Богдан, смотри, я вот это для тебя ямка. Я просто переживаю, что могут запалить. Да не, пусть он внутрь прям зайдет, если кто-то зайдет, что он, знаешь, так, заорал, и не подумали, что это монстр. Ладно, Богдан, давай, заползай туда, сейчас надо Богдана еще чем-нибудь вооружить, пожалуй. Богдан, у тебя есть оружие какое-то с собой? Что-нибудь? Есть оружие, бита. Ну все, тогда закрывайся там вместе с битой своей. Все. Сиди в засаде, если что, страшные крики. Мы вечером с тобой зайдем, Богдан. Биту повыше, и все, и махаешь ей. Да, вечером зайдем, чтобы робота отвезти просто, ну, этого мусорного монстра. Потому что, сам понимаешь, если мы сейчас днем туда его потащим, то наши конкуренты его увидят, типа, все его увидят. Лучше ночью его провести, пока никто видеть его не будет, правильно? Так сам закройся, Богданчик, у тебя же есть. Да, земля. Ну, Костян, мы с тобой оставь тогда... Оставь себе дырку ты себе оставь. Чтобы дышать? Ну, сверху где-нибудь сделай. Ага. Ну все, Богдан, я думаю, ты справишься. В целом, должен справиться, да, конечно же. Да, ты не дурак, же. Богдан, мы в тебя верим. Ты самый лучший, вот на 5 рублей. Все, Богдан в засаде сидит. Просто нельзя мусорного монстра палить сейчас реально, да, перед, да, всем, конечно, городом. Чего может начаться? Нам сейчас вот эта шумиха вообще ни к чему. Так, смотри, о, это походу наши гаражи. Походу. Ребята, вы обязательно ставьте лайк за выход, да, новой серии выживания двух бомжей. Можно и, конечно, лайк. Конечно. Да, правильно ставьте, кстати, потому что если будет много лайков, то у нас будет больше мотивации снимать для вас новые серии. А значит, будет больше выживания двух бомжей. Нифига себе, прям стройка вообще идет жестко. О, работают наши парни. Давай, ну что, пойдем проконтролируем, чтобы у них там все хорошо получалось. Да, неожиданно, типа такие, хоп-хоп, выходим, типа. Ага, хоп-хоп, выходим. Да, здорово, мужики, работаете. Что, отлыниваете, небось, тут, а? Да. О, смотри, всю мебель вытащили уже на улицу. Да, тут, да, что-то, смотри, перекрыли, о, все. Леса вообще строительные жестко, поставили. Смотри, холодильники стоят здесь. Ага. Бегас, что-то какие-то подростки пришли, посмотри. Мага, кажется, так, с ними разговаривает. Может, это не подростки? Да не, вроде, вполне молодые парни. Мага, ты что ли? Я тебя вообще не узнал. Мага, нифига себе, ну ты переоделся. Не, ну ты красавчик, ты видел, что мага сделал? Типа сейчас вот ребята подошли, спрашивали, сказал, он заходить через пару дней, говорит, типа вежливо с ними общался. Прямо. Мага, красавчик, мага, прям вообще, неожиданно не от тебя такое слышать, да. Да, ты вообще молодцом, мага, прямо уважение, респект. Вот, возьми 5 рублей. Раньше-то ты бы сказал, что кувалда им по башке сейчас как надаешь,
А да, теперь, да. Ну, сплошное уважение, Мага. Да, Мага, ты молодец. Так, ну что, Мага, рассказывай, что вы тут делаете-то по итогу? О. Как прогресс? Ребята, как раз уже собирались вас искать, потому что у нас уже заканчиваются средства. Да, жесть, точно, мы же ушли, да, нам же говорили, что еще нужно будет доплатить. Угу. Но мы достали, ну, слушай, денег, если что. Деньги есть, как раз мы, да, за деньгами отправлялись, чтобы в банке их снять, поэтому деньги имеются, сколько, да, там задержались, надо. Задержались, правда, по пути дорога, знаете, не близко. 30 тысяч? Ничего себе. Ну, 30 тысяч, а это все, типа, это уже финальная стоимость, типа, еще будут какие-то расходы, вы скажите сразу же заранее, чтобы мы знали. 15 рублей чаевых, конечно же. А мы не купили еще все нужные материалы, так что завтра пойдем. А, завтра, так. Стойте. Знаете что, может быть завтра, мы так подумали, у нас просто, видите, с бомжом Аидом завтра очень и важные 30-ка. Дела. Очень важные дела, да, бомж Аид на завтра? Конечно, у нас дела поэтому вообще всегда завтра важные. Нужно всех собрать, можешь всех позвать, пожалуйста, всех своих родичей, чтобы все подошли сюда. Да, у рабочие, нас есть объявление. Давайте-ка сюда, рабочие, выстраиваемся, тут важное объявление от, да, работодателей. Да, да, да. Ребята, завтра не нужно выходить на работу, завтра такой день, сходите там материалы купите, но горожан не приближайтесь. Да, да, а то будет очень опасно. Да, это только завтрашний день такой, вот только завтра и все, и типа, просто у нас есть небольшие форс-мажорчики такой, скажем так. Угу, разборки готовятся здесь. Но готовы согласиться, если это будет оплачиваемый отпуск. Какой еще отпуск? Вы что? Вы что, мужики, реально, что делать? Ребят, какие 5000 за разводники? Так отдохнете денек-то, что вам, что, один денек отдохнуть? Мы же вас не выгоняем. Ой, говорят, что работать не буду, знаешь, зарплату за день не получат. В общем, жалуются. Так, ну, блин, ладно, 5000, давай дадим. Ладно, пятеру так мужики, пятеру, у нас считайте, просто реально жесткий форс-мажор. Нам-то самим выгодно, чтобы быстрее закончили ремонт, понимаете, но... Дела есть дела, нужно сначала все дела порешать, так что послезавтра приходите, а завтра сходите, закупите лучше этот материал, правильно? Мага, ну ты, не знаю, можешь оставаться в целом-то чё? Не-не, Мага, тоже отдыхай, у тебя оплачиваемая месячная зарплата. Не-не, Костян, может Магу-то возьмем? Да не, ну ты чего, Магу? Нас так, чё, Мага, мы сейчас поговорим, будет? Погоди, с бомжом Аидом отойдем. Пойдем, отойдем. Мага, ты там чё? Подожди. Да, Мага нормальный мужик, зачем ему в это все ввязываться-то? Он вообще я не при делах. Я тебе говорю, раз Мага нормальный мужик, пускай нами поможет во всех так, делах. Ну, да просто что, если мы завтра не выберемся мало. Из этого дерьма, типа, ну, и Магу зачем подставлять? Он, типа, ни при чем, они не просто будут его искать. Просто у нас и будет больше шансов, если мы возьмем с собой Магу. Да, четвертый если его нам подстрелят, да, Магу, типа, он вообще, типа, ну ты что, мне кажется, это вообще не вариант. После этого ну, чё, он может пускай прячется где-нибудь, прячется с автоматом, зато на подстраховке будет. Так, после такого он скажет, давайте мне зарплату 100 тысяч, не 20. Да чё бы он так сказал? Да я бы так сказал, если бы мне бы дали автомат, сказали, типа, давай этот, с нами мужиков будешь отстреливать. Костян, ну так это ты? Ну, я, а он-то так дело. Не скажет? Блин, не знаю, ну ты чё, а если что-то с ним случится, я переживаю, может без Маги справимся? Я думаю, надо брать монстр. Магу. Ну у нас мусорный монстр, да и чё, это на самом деле банка просто какая-то жестяная. Ладно, я давай так, знаю. Давай я с Богданом брал, это обсудим. Если Богдан давай, скажет хорошо. Да, то он ему позвонит, у них как раз телефон у обоих есть, номера есть, чё Мага придет, правильно? Хорошо, согласен. Да, ну все, давай скажем, что пока отдыхает, но пусть будет на связи, правильно? Ага, ага. Мага, короче, мы пообсуждали с бомжом Аидом. Вообще, ты пока отдыхай, но если что, будет на связи. Если что, мы будь тебе позвоним. На связи. Да, из города да, не ну... выезжай, город не покидай. Да, чтобы не подалеку был, чтобы с чем мы тебя позвали, вдруг помощь приедет твоя, может нет. Недалеко где-нибудь суетись. Да. Все, всегда готов помочь. Ну правильно, Мага, мы же с тобой кореша, поэтому давай пятюню. Все, крепко жму тебе лапу. Давайте тогда, парни, дергайте отсюда потихоньку. Да, все, нам тут еще подготовиться отдыхать, нужно. Да, нужно подготовиться здесь. Мы замечаем, присмотрим, не переживайте, мы отсюда никуда не уйдем здесь за завтрашний день. Да, поэтому давайте, мужики. Так, Костян, что, посмотрим пока, как давай, у нас тут дела обстоят. Посмотрим. Смотри, уже стены, перегородки здесь снесли. Ага, офигеть, ага. Крутяк, вообще мне очень нравится, блин, как получается. Блин, ну только я вот думаю, так, Мага, что, я сам плитку клал, красавчик Мага вообще, так, конечно. Тут все, кухня, Мага. Получается, будет. Ты вообще что-то им порвал себе, смотрю, здесь одежду. Давай, иди, отдохни домой, реально, давай. Но будь на связи. Да, на связи будь. Тебе есть что? Позвони, Богдан. Слушай, очень-очень круто получается. И прям зал у нас получится невероятно вместительный. Да, прям здоровый такой, прямо гигантский. А кухонка такая, да кухня тоже норм, смотри, вообще. Так я тебе и говорю, конечно, я ж не спорю. Вообще хорошо. Только у вас, знаешь, что плохо, блин. На самом деле, они уже здесь, видишь, снесли-то ворота. Угу. Я думал, что мы здесь мусорного монстра поставим. А смотри, как мы сделаем. Смотри, как? Мы, короче, оставим ворота открытыми. Угу. Грабители, ну как грабители, эти бандиты такие, бандосы сюда заходят с приветом. А мы здесь какую-то стоечку вот так вот поставим и с калашами будем здесь сидеть.
Ага. А не, может быть, лучше здесь будет мусорный монстр, он у них выйдет, они обосрутся, а мы сзади зайдем. А мы тогда где будем? Мы с крыши спрыгиваем просто и сзади их просто врасплох застаем, чтобы они расстрелим. Не лезли. Ну тогда у нас будут лишние свидетели из заведения шаурмяу. Ну да, 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 это опасно. Ну так а что делать-то? Ну, просто не знаю. У Богдана-то будет, понимаешь, типа защитный костюм мощный. Они его точно не пробьют. И плюс со спины, если мы нападем, у нас будет огромное преимущество. Ну вот я такой, это Богдан, думаю, Богдан тут выбегает, такой... Начинает на них бежать, они начинают по нему настреливать. И тут мы спрыгиваем. Да, у них ничего не получается, мы спрыгиваем. Начинаем просто их нашпиговать патронами, и все. И гранату еще в них. Да. Ну, если либо найдем. Еще вариант, смотри. И если вдруг они все-таки окажутся не такими крутыми и испугаются, да, здесь побегут отсюда вот так вот, да, вот так вот побегут, то мы можем все равно тоже спрыгнуть и их расстрелять в спину вот здесь где-нибудь, а правильно? А вдруг все-таки их оружие пробьет броню у Богдана? Блин, ну понимаешь, тут как бы у нас, мы идем на риски в любом случае, это понятное дело. Ты готов пожертвовать Богданом? Да нет, Богданом не... Костян, я так и знал, уже. Что он тебе не нравится. Так, стемнело, Богдан, за Богданом пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Надо его теперь провести. Блин, сюда беспалевно. Блин, так ладно, надеюсь, ничего не случится, надо быстро за ним сходить, быстро. Калаши, кстати, тоже у Богдана, да, по-моему? Да, да, да. Или у тебя? У Богдана вроде. Я просто кому-то из вас отдал, у кого там они точно уже не знаю. Богдан, у меня нет. А проверь, может быть, у тебя? Не, у меня нет. У меня тоже нет. Калаши все у Богдана, пусть у него и будут пока. Все, Богдан у нас, значит, Богдан! За калаши ответственный. Богдан, ты здесь? Костян, ты че? Богдан! Богдан, давай, залазь и погнали отсюда. Эй, Богдан! Богдан! Да, выкапывай. А че, он не сам что ли не вылезет? Ну, давай, Богданчик, все, выползай. Все, Богдан, погнали, быстрее, пока никто не видит. А то ну, конечно, конечно. Целый ящик сперли. Только ты потише про это рассказывай. Да, не ори на вину все кругу. Монтировать в этого монстра пару штук? Слушай, Костян, хорошая идея, если мусорный монстр будет еще из калашей стрелять. Ну, блин, Богдан, это опасно. Мне нравится. Чего опасного? Ну смотри, то есть ему нужно будет где-то нажимать на курки, правильно? То есть это что-то. Ну конечно, работать. Оно у него все подключено будет. Сейчас же он держит вот эти болты в руках. Будут ну, калаши? Да, ладно. Давай, Богданчик, прополз. Сразу же заводи внутрь. По-тихому. Ну, Богданчик, направо, потом налево давай. Без лишнего внимания. Вот и где-нибудь вот здесь, парку, за стеночкой, его прям в углу. Да, в угол. Все, ага. Вылазь из него. Давай. Хорош, Богданчик, хорош. Отлично, Богдан. А есть что-нибудь поесть, Богдан? Ты проголодался, жесть, что-то вот прихватило вообще. Я тоже хавать хочу. Мне тоже оставьте, ребята. Может быть, напиток не хочу. Лучше что-нибудь реально посерьезнее похавать. О, тут, кажись, у нас вот в этой коробке припасы. Давай, Богдан. Мне Богдан, пару давай. Шаурмечки, картошечки можно. Да, там, может, мага на готов. Дошик есть? А, ну дошики тоже пойдет. О, дошики. Не знаю, правда, где их кто взял, но дошики пойдут, может, это для строителей. Наверное. Ну, еще зададим за... у работяг были. У работяг. Ну, ничего. Работягам мы столько денег оформили, короче, так что работяги не обидятся. Богдан, у нас с Аидом очень важный вопрос. Понимаешь, типа, бомж Аид говорит, что нужно магу тоже звать завтра на дело, понимаешь? А я говорю, что опасно это дело. Типа, ну мага, он же ни при чем. Эти бандюги же нас ищут, правильно. Мы же с Аней Курильчиком разобрались. Мага вообще не при делах. А что, если с ним что-то случится? Нельзя его так подставлять, я думаю, а? Богдан, ну так нужно решать что-то, правильно? Во, вот тут такая вот штучка. Смотри, Костян, я там сделал. Они а откуда идут... ты взял доски? А так вот тут лежали. Слушай, строительный материал. Ну, использовал по назначению, как говорится. Ну ладно, нормально. И все, оттуда Богданчик выпрыгивает. Думаете, их мы не пугает. Справимся? Да я вот тоже думаю, что мы справимся. У нас будет эффект неожиданности, у нас будет мусорный монстр, типа, вот, все такое, типа, автоматы. Они думают, от нас такого не ждут, они придут на расслабоне, подумают, сейчас мы с этими бомжами разберемся. Богдан, я тебе честно скажу, бомж-демастер готов тобой пожертвовать. Чего? Неправда? Да ты говорил, есть риски, но ничего страшного, все рискуют. Когда так Богданчика так был под пулями. Сказал, мы все рискуем, и ты, и я, и Богдан, мы рискуем. Ну зачем еще и маги рисковать-то в этой ситуации? Он-то вообще ни при чем. Так мы все, никто из нас не будет рисковать. Четвером точно справимся. Ой, ладно, короче, решай сам, бомж Аид. Я, если честно, не знаю. Мне кажется, это плохая идея. Я за магу, он должен быть втянут в наши дела. Тогда он точно не сможет нам никак напакостить. Ну блин, ну вот как раз таки он будет знать слишком много лишнего. Но будет связан с нами. Ну ладно. Ага, так что я думаю, его нужно брать. И знаешь, что я еще подумал? Что ты еще подумал? Что? Вот я-то в целом неплохо, знаешь, на пистолете учился стрелять, ага. Все такое, какое-то понимание есть.
Ну, а я мне кажется, вообще, да, не обучен владению автоматом. Так что, может быть, попрактикуемся где-нибудь? Ну, можно, что, хочешь пойти там, не знаю, пострелять по банкам в лесу? Да, по банкам ты что, лишнего внимания? Можно просто в тир пойти, заплатить что, денег да пострелять. Есть в городе? Конечно. Не, ну если тир в городе есть, то можем сгонять. Мне Богдан как раз рассказывал про какой-то тир. Да, правильно, Богдан? Ты знаешь тир какой-то здесь? Да, отведешь нас? Ну... То, Богдан, тогда веди, посмотрим, что там за тир, постреляем, попрактикуемся. Там деньги правильно? С собой есть, чтобы в тире есть, что купить-то выстрелы? Деньги имеются, деньги всегда на месте. Самое главное, чтобы ничего тут у нас не произошло за то время, пока мы бегаем. Ну да, нужно, чтобы я и Богдан как минимум попрактиковались. Да и ты, тем более, знаешь, стрелял ты из пистолета, а там автомат, это уже совершенно другое дело. Да считай то же самое, я уже понял всю систему, там курок просто надо совмещать. Ну, не знаю, отдача, мне кажется, серьезнее, типа, и вообще в целом, типа, очередями стреляешь. Это-то да, но я тебе говорю, примерно одно и то же. Ну, практика все равно нужна, правильно? Когда ты научился целиться, то ты уже из всего лучше стреляешь. Ну, так целиться из автомата и из пистолета это по-разному. Нет, я не спорю, просто я тебе говорю, что у меня уже есть какие-то навыки есть с автоматом. Опыт небольшой, да? Опыт имеется, вот именно. Ну, пойдем туда этот опыт прокачаем. Блин, кто все время расклеивает паблик демастера в ВК, а? Ну, это не мой, это не мой. Не твой, а кто это расклеивает? Не знаю. Видимо, какого-то другого демастера, популярного блогера. Да, я бы, слушай, зашел бы, посмотрел, что там. Да, там мемы, говорят, крутые, и, с его сериала. И подписался бы. Да? Да, да, обязательно бы подписался. Вот Богдан бы тоже. Да, да, смотри, шаурмяу здесь, смотри, уже здесь, посмотри, баннер висит. Ой, а вот в шаурмяу я бы не пошел, шаурмяу, отстой. Да, согласен, шаурмяу вообще, дизреспект шаурмяу. Богдан, ты что, заблудился, что ли? Ты что нас к хостелу привел? Да, видимо, далеко тир находится. Ага, туда нам надо. Ну все, туда и идем. Давай, я в ту сторону он только до бани доходил, дальше вообще ни разу не ходил тоже. У нас город-то гигантский, везде не побываешь всю жизнь, мне кажется. Город, конечно, огромный, мы просто еще вот в этом районе такси все словить. Знаем. Такси бы словить, Богдан, смотри, уже в хорошей жизни привык такси, говорит, словить вы, а слышал? А я умею тут, слушайте, есть, короче, тактика, стратегия, да, можно вот так вот карабкаться быстро, здесь потому что вот так вот эти штуки расположены, можно по ним ползти. Да, да, я знаю, знаю, а что куда? Богдан, это вместо такси, ускоряющие ленты, скажем так. Богдан, давай топай. Давай. Богдан, давай. Угу. А то много разговариваешь, в итоге мы так долго идем. Топай. Капец, можно было, мне кажется, в лесу по банкам пострелять. В этой части, так и знал бы я, что так далеко. Мне Богдан рассказывал, что тут рядышком. О, нифига, реально тир, смотри. Туп. Тир. Это тир. Туп. Туап. Туап. Так, есть 7-Up, это 2-Up. 2-Up. Здравствуйте, это тир 2-Up? На самом деле, это тир все-таки, Богдан. Нет, это 2-Up. Здравствуйте, это 2-Up, да? Вы правильно пришли? Здравствуйте, ничего себе, да, у вас говорит, тут какие... Да, говорит, сны, говорит, 2-Up. Какие тут у вас всякие шляпы, шапки модные. Это, видимо, для тира можно, типа, да, надеть, да, видимо, и стрелять. Да, оно. Или это может быть подарочный. Я так и подумал, что это, конечно же, награды. Угу. Сейчас мы, Богданчик, на тебя вон такую вот штуку сверху наденем. Мы, и, короче, там пришли бегать, пострелять, короче, да, за пострелять. Заграждением. А мы по тебе стрелять будем, а? Как охота на оленя. Так, понял? Может, слышишь, бомж Аид, может, мы это, 20 минут, но мы успеваем. Давайте нам на 20 минут пострелять. Сколько стоит на троих по 20 минут? Даже 20 нам не надо. Ну, короче, сколько стоит? 500 рублей с человека. Ну, давай. 2000 даю. А, я 500 могу рублей заплатить. На чай. Да? Нет, чё, да. Пустую денег. Да, а чё, чаевые хорошим людям можно и денег дать. Да, да, да. Приятным. А всё, вы можете мы... на минут 5 попозже закрыться? Да, чтобы у нас побольше практики было. Так, хорошо, давай. Опа, тут есть... Погнали, погнали. Калаш, смотри, есть. Ага, ну вот хватай калаш и... Блин, а чё, калаш-то всего один? Сейчас я узнаю, да. Может быть, ещё есть калаши. Нам же калаши нужны. Да, да. А чё, может, у вас есть ещё калаши? Там всего один, а нас-то трое. Мы же все-таки на чай оставили. Может быть, парочка калашей хотя бы найдется. Да-да-да, вы приносите тогда. А, еще есть Богдан, Гриш. Нифига себе, где ты нашел? В ящике, что ли? Так, ну вообще, смотри, как у меня получается. Смотришь? Смотрю. Так, смотри, оп. Ну, слушай, тут ближнюю цель поражаешь идеально. Дальние цели 50 на 50. Немножко нужно... Не, смотри, хорошо, прям в голову стреляй, мне кажется. Ай, как вы шумите, ребята, как Богдан шумит, господи. Да, Богдан, громковато. Богдан, ты надо очередями стрелять, нельзя так зажимать. А тут точность будет нарушена. Смотри, бомж, мне кажется, неплохо получается. А как это у тебя так получается хорошо? Ну, я просто, по три пульки стреляю.
А почему у меня так криво получается? Смотри, пульки стреляй, смотри. Я тебе говорю, видишь, пистолет и автомат — это разные вещи. Так подожди, у меня какой-то автомат бракованный. Прицелься, хорошо, смотри, прицелься. Прицелься, просто прицелься, прицелься. Стань аккуратно и прицелься, смотри, прицелился? Да я прицеливаюсь, что такое прицелься? Ну, это вот. Да у меня все криво летит, не у меня калаш какой-то кривой. Ну-ка, давай поменяемся, давайте свой дом. А-а-а, слушай, мне кажется, я освоил. Освоил прицеливание? Просто с пистолетом вообще не так, да. Да, я тебе говорил, прицелиться надо, прицелиться просто нужно. Слушай, все, все, а дальше как с пистолетом, идеально попадаю по всем мишеням. Богдан, ну ё-моё, ну ты что делаешь-то? Богдан, сейчас случайно тебя пристрелят, то виноват будет Богдан, вообще. Богдан, мне кажется, знаешь, типа, не зря мы тебя этого металлического монстра, этого мусорного закидываем. Пам-пам-пам. Вот тут, короче, этот Михаил, будучи я его так выцеливаю. Будучи монстре, ты никому не навредишь, ни себе, ни другим. Говорю ему, ну все, Михаил, сдавайся, ё-моё, и на по нему просто такую вот. Ну это жестко, мне кажется, хватит всего пару выстрелов. Не трать на него столько много патронов. На всякий случай, у нас там с патронами, патронов много, поэтому так, нормально. Патронов много, у нас патронов не так много, ты что, не посчитал, что ли? Я когда коробку посмотрел, у нас в каждом калаше по обоим и все. Костян, там 13 калашей, в каждом по 30 патронов. Знаешь, сколько это патронов получается? Это получается 390 патронов. 390 патронов, ты понимаешь вообще, врубаешься, как это много. Это мы за день простреляем. На каждого бандита можно по 130 пуль вложить. Так нужно оставить на будущее, вдруг их друзья придут за нами. Ну согласен, согласен. Не, все, я уже обучился, я вообще не промахиваюсь, если вначале у меня ребят, не шло. Время вышло, ну мы как раз закончили. Да-да-да, мы, может, что-то выиграли, реально, мы очень хорошо. Давайте вот финально вы посмотрите, как мы стреляем. Да, скажите, что думаете? Может быть, будет какая-то награда. Так, давайте. Смотрите, я вот этих левых беру на себя. Я раз-два, попадание. Идеальные хедшоты, туда накидал, сюда накидал, туда накидал, туда накидал, так, еще всем, накидал. По всем. Еще накидал. И по тем даже, по все. Всем попал. Я заодно обойму всем в голову попал. Выше 60, поэтому можете сами себе выбрать награду. Вау, выбрать. Вот это прикольно. Я выбираю вас. Вот и все. Вот и все секреты, Костян. Видишь, а ты девчонки говорил. Что, так я выбираю его к нам на работу бесплатно. А, я думал, его как партнера выбираешь. А не, если мы захватываем его и забираем его бизнес, то у нас новый бизнес с тиром. Бизнес — это неплохо. Я бы хотел такой бизнес. Ну, в общем, я выбираю. Ну, ладно. Я выбираю вот эту вот шапку Деда Мороза. А я хочу вон те крутые свэг очки. Не, у меня уже есть очки. Давайте шляпу с пропеллером. О, Костян, я даже вот так вот выйду против этих грабителей, чтобы это будет моя маскировка. А я вот так выйду против грабителей, это будет моя маскировка. Неплохо, неплохо, Богдан, ты как выйдешь? В целом тебе, Богдан, можно не маскироваться, но так нормально, ты не... Богдан, он, стой, это так, не нормально. Братиня. Он даже не будет понимать, куда стрелять вообще. Так ему и не нужно, он же в мусорном монстре. А, то есть мы не будем его все-таки калаши туда вживлять? Вилку стреляет, он нас застрелит, блин. Ладно, ладно, согласен, что-то у него много спеси, надо ему спесь вот эту поубавить. Богдан, ты что делаешь, Богдан? Извините, мы восстановим ущерб за него, вот возьмите. Все, Богдан, снимай шляпу свою, давай. 100 рублей даем, это вот за то, что он горшок сломал. Все, Богдан, давай, шляпу снял, все, пойдем, Костян. Ух, ну что ж, дорогие друзья, мы, наверное, сейчас пойдем домой очень долго. Надеюсь, наши вещи у гаража никто не украл, пока нас не было, она была кого-то хоть оставить, Богдан, например. Вот. Но... Да, зато тоже пострелял. Зато тоже пострелял, но нифига не научился, мне кажется. Ничего страшного, когда-нибудь научится обязательно. Лайк, кто верит в Богдана. Да, ладно, в конце он уже лучше стрелял, если интересно, бомж. Я просто рядом стоял и видел. Ну вот видишь, прогресс имеется. Вот, ребята, ну что, на этом получается все, наша серия подходит к концу. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на каналы. Да, обязательно. Обязательно. Пишите комментарии. На этом все. С вами были мы, бомжи Аид и Мастер, также бомж Богдан. Всем удачи и всем пока. Да, всем пока, ребятки.